Сегодня сотрудники ГИБДД Чувашии начали масштабный рейд по безопасности пешеходов. По данным статистики, с начала года на дорогах республики погибли 20 человек. При этом наибольшее количество наездов происходит днем, а вот смертельные случаи чаще бывают в темное время суток. Самые распространенные нарушения – переход дороги в неположенном месте, непропуск водителями пешеходов. В период профилактического рейда сотрудники спецбатальона ДПС ГИБДД будут находиться на самых потенциально опасных участках дорог и следить за соблюдением правил дорожного движения. Кстати, для водителей за непропуск пешеходов предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В свою очередь, за пересечение дороги в неположенном месте штраф в размере 500 рублей.